Так, друзья, ну что, едем, видите, в сторону цивилизации. Покатались очень круто, с погодой нам повезло просто нереально. Где-то была дорога покороче. Резано, потому что где-то там грязно и длинно. А мы помылись уже чистенькие. Ну, а мы уже фактически на асфальте. Блин, какое-то тут болото впереди. Ну, вот и Унимог сбоку. Смотрите, какой красивый в лучах заката. Застрял, я тебя увидел. Сейчас поедем. Подтянем. Да, заливные луга такие сегодня. Едем просто по воде. Где? Так, я застряну, бородач снимает кино, а может и не застряну, я думаю, что нет. Пацаны застряли, а вижу Авео. Сейчас поможем. Красивая тут Авео. Подсели ребята чуть-чуть. Это не Авео, а Астра. Обозвали Астру Авео. Вообще. Ого, это вы издалека приехали где-то. Так, красота, наши едут. Да, я ему говорю, блин, вижу Астра. Астра боевая. Да, красота такая сегодня вечером. Где-то они долго так объезжали. Вот такая концовочка красивая. Жода говорит, если долго смотреть на эту картинку, то можно найти на этом фоне Астру. Витя, а как ты мог такую солидную машину, как Opel, обозвать Авео, блин? Ты думаешь, что ты говоришь вообще? Ну, концерн, блин. Мы тоже с Бородачом в одном городе родились, но мы же не похожи, ты посмотри на нас. У меня такая была. Дай бампер в бампер сзади. Паркопий, да? Ну, давай. Дядь, вы слышали? Руслан, ты представляешь? Со вчера с 5 часов вечера? Тут свежая информация. Слышь, а вот это что, это рельса какая-то или? Это вчера меня, короче, еще один вытаскивать пытался, но сам сейчас он на 7 залез. Ну уехал, да? Ну, у меня все-таки 4. Нет, все колеса. А что за машина была? Это Тирок. И Мерседес это вчера вытаскивал. Так, монтировка бородача. Короче, оффроуд только начинается. Много, думаешь? Рыбаков. Ну а сколько уже сегодня выкинули? Я за рыбаком как раз и ехал. Слышь, может... Я уже, по-моему, приехал, нет, назад первый. Да, думаю, да. Я собирался за ним туда возвращаться, думал, не пройдет. Прошел, да? Проскочил. Блин, кто-то веток набросал тут на дороге, на ровной, блин. Это чтобы пацаны не объехали. Да не, ну я... Копай. Зрители это любят. Что, онлайн включать или рано еще? Сюжет не закручен. Скажи на мой тогда инстаграм.
А пенек зачем? То я дрова на НЗ, в случае, сюда, в случае голода. Сейчас положим сюда и вывозим, не выскочат на передке. Думаешь? Легко. Да нет, я думаю. А, толкнем? Покуни, он уже посадил аккумулятор, аккумулятор. Надо прикурить, Паш, подъезжай. Сейчас дернем. Так не, не светятся лампы вообще. Потянем 10 км в час и заведем. Думаешь? Что... Нет, так должна заводиться. Да не заведется она, чтобы насос качал хоть чуть-чуть. Витя роет. Ну подожди, пусть он от нас не уйдет теперь. У меня провода какие-то есть. Витя возвращается, дед, смотри, он. Оно проедет на генераторе. Говорит, я поеду быстрее. Это самый генератор даст. Мне кажется, что нет. Обычно больше надо. Подмолодится и поедет. Ну ты асфальта будешь заряжать. Руслан, знаешь, сколько солярки? 20 литров было утром. Смотри, кто-то кого-то хочет сожрать. Он думаешь? Но... Коршун? Нет, какой-то сокол. Беременный? Зоркий, беременный. Ух, смотри, как летит, да. Или это жаворонок так щебечет. Наверное. Тоже так, будет. Давай не отвлекайся, снимай. Хочет кому-то присунуть. Блин, у тебя одно в голове, или присунуть, или засунуть. Тоже сам. Ты что, что я хотел? Блин. Паша, жаворонок. А чего ж вы так долго тут это... Сидите. Утром бы нам хоть бы сказали, мы бы утром вас застали еще. Так, а утром вас не бачили. Ну, плохо смотрели, значит, бинокль надо, если едете в такие места. Уже могли прийти на раз 200 до нас, да? Да, уже нормально, уже выкопало. Да? Тут просто труба не в этом. Слышим? А ты специально, это ты издеваешься, да, чтобы человек монтировкой копал? И лопатой же не то, да? Лопата была... Дома? Он ее забрал. Хреново. Так, чтобы лопатой его можно было выкопать. Лопата не только 5 машин надо, если он застрял. Так, бородач едет на спасение. Нет. Сейчас подтянут. Еще все севшее. Ну, у меня там провода какие-то есть, можно подкуриться будет, если не заведется из буксира. Передачу сейчас чуть вытянет, передачу или сразу включи сцепление, выжми. Да, да. Да, со вчерашнего дня люди сидят. Вот это, блин, жесть. Да, не отходили. Астробоевая, конечно. А? Заказ был на берегу. Пробуй заднюю включать и заводить. Подожди, сцеплением, дай разогнаться. Это как же нормальный человек. Мне кажется, уже со вчерашнего дня тут нормально наснимать можно было. Не, он если там аккумулятор в нулях, он его не заведет. Надо ж для искры надо минимальный какой-то ток, чтобы был. Думаешь? Ну, Паша, ну не мог точно может. Я понял. Там же все передачи. Назад тоже? Ну у него вперед и назад коробкой переключается. А, я понял. То есть коробка одна, а передача переключается вперед или назад. Мне кажется, он его пошел в Десне топить, наверное, повез. Переключился, смотри, вторую заднюю задом включил, да? Да. А я и не знал, что вы не можете. Я, наверное, думаю, когда ты ручник снимешь. Да не, ну там нереалово. Паша увез его. Сейчас развернет в поле. На другой край. Да, веселая. Так, это шоу-программа продолжается. Пашенька катает Opel теперь в обратную сторону. Уже так мог, блин, до асфальта дотянуть его. Не, ну если
если в ноль аккумулятор, то не заведешь. А, ты кино снимаешь? Так, надо прикуривать, в общем. Да сейчас прикурим, да, у меня провода есть. Так, есть. Подъехали, проводов хватает. Давай! Давай, стой. Давай! Давай! А ну пробуй. Не, у меня нормально. А, заведет. Да. А бензин есть, нету? Бензина нет, я на нем сейчас пробовал. У самого ярко. А, вот. Нет, там. А ниже. Ну, о, все еще. Починил. Все, класс, наконец. Надо держать кнопку, она не будет на газу. Надо держать, да. Выключи зажигание. Кто-то понаберут по отделению, да? Да. Там кнопку же надо. Второе поколение, говорю. Режим выбран и все. Второе поколение на полном инжекторе. Блин, машина, да, состояние серьезное. Тащи задом на дорогу, короче. Монтировка, это бородач мне когда-то инструмент подарил, эксклюзивный набор, пригодилось, копал человек ей. Так, ну завели, все нормально. Паша еще воды дал. Да, интересная машина, такси работают. Да что ж такое, елки-палки. Я уже руки помыл. И я уже помыл и руки, и ноги. Должно стемнеть. Переверни ее. Должно стемнеть, говорит. Там подрамники и разломали радиатор. Ну, радиатор. Я думаю, ты тирок мне вот это вчера такую еще по***ку сделал. Ну, знаешь. Радиатор сломали, дергали. Ну, до этого оно пару капель могло тянуть. Посмотри, как газовый редуктор забыл. Ну, он уже, да. Обоссы его, Руслан. Да я только пописал недавно. Блин, так, короче, не будем, ребят, воду. Так что, задом так и тянем, видишь? Ну, а за что еще? Только можно спереди, чтобы выровнять потихоньку. С бампером. Ого, а это что? Посмотри сюда. Так это, блядь, чуть-чуть, говорит, чуть-чуть вытекает у меня. Чуть-чуть радиатор, говорит, вытекает немножко. Когда я жесть. Когда я открыл последний раз такой хуй. Прям бля, не было. При мне такой фигни не было. При, да. При Януковиче. Ты там говоришь, снизу вязали. Это при Януковиче, короче. Закрепление радиатора. Слышишь, так это он из-за тебя в Ростов убежал, Янукович, да? Не знаю. Сломал радиатор и уехал. Я надеюсь, он в моей области золотой потом оставил. Да, да, номера серьезные у тебя. Не, это ВВ, я САИН. А, ну это недалеко. Не, да, первый раз машину эту на бензобаке. Так а где ты наклейку такую взял на бензобаке? Да хрен, я же говорю, это арендная машина, я на ней недавно. А, это до тебя наклеили да, еще? Да, я еще, я вот этих ребят не очень люблю. Полюбишь. Эй! Тоха, лей, блин, на редуктор, что ты делаешь?
Да, у меня лучше заводится. Короче, приключения какие-то нескончаемые. Ну, а пока про Opel, который спереди цеплять не за что. Ой, жесть вообще. Вот нет крюка. То есть раз минус радиатор сразу. Даже в городе ж мало ли где-то подтянуть надо. Надо, чтобы крюк был. Да, Пашенька говорит, надо, чтобы потемнело. Говорит, так неинтересно. Но уже, вы видите, скоро может и потемнеть. Так, тут интересное место. С таким небольшим перекосом. Парень тоже снимает, говорит, арендная машина, я на ней недавно. Вон и газель уже, вот та насыпь, по которой я хотел отсюда уехать, чтобы не ехать по грязи после мойки. И мы ее нашли. Да, со вчерашнего дня человек посидел здесь. Сейчас я подберу, подожди. Не могу. Стой. Тяжело гидравлики даже в такой машине. Ёханый бабай. Блин, лучше, наверное, а так не получится, вот так вот сейчас задом он загодели туда вот так и дотянул бы. Там уже... Вперед, еще. Давай. Сейчас задом в поле, не разломать, машина и так бедная на последнем издохе. Сейчас тут еще разорвать ее не хотелось бы. Сейчас Паша по прямой в поле поедет, чтобы на твердо ее достать уже. Вправо руль до конца, вправо, да, давай. Есть на твердой земле. Стой! Перезаезд. Поехали! Не надо, пусть так, чтобы выехать сюда. На камни тебе не ехать. Сейчас он выровняет. Давай.
Бля, я говорю, смотри за дорогой, блядь. Все. Выравни, выравни, выравни. Короче. Так, с оффроуда выезжаем. Чвякает в сапогах. Хорошо, не холодно, уже так нормально. Поедем. Людям помогли, конечно, без крюков, без ничего. Странно так ездить. Все, заканчиваем, наконец, оффроуд, как обычно, почти темно. Все, едем домой, наконец-то, после долгих расставаний Opel'а. Палки мылся, мылся, все испачкал, но ничего. Теперь точно всем пока, до встречи, друзья. Подписывайтесь, комментируйте, делитесь, ставьте лайки, всем пока.